клиенты могут сегодня. Когда я читал, кстати, было немножко много, все, что я читал, надо вот эти вибрации твои вещи. Вообще, то, что ты не прочитал Шварова, а Катя прочитала Римского. А это все хорошо. Ну, тем более. Говорит о том, что он просто... А как вам вообще удалось почти одинаково на горе прочитать? Это сложно. Такую различную позицию. Мне кажется, вопрос. То есть нет, ну, грубо говоря, нет, в нем есть. А есть смысл, так он как-то не кажется. Потому что, по идее, вот если рассуждать об этом более-менее логически, то получается в одних и тех же текстах, я уже слабый, есть и сила, и слабость вот в этом вашем. Где, грубо говоря, она забегает? Ну, это же не объективные действительно вещи, это же наш аппарат, мой характер, скажем, на поиск одного, а если не характер, на поиск другого. А мы эти на одно и то же приедем. То есть вот меня беспокоит, почему вот, так сказать, на самом деле, вы как бы в процессе, пока говорили вначале, сказали более на самом деле важные такие вещи, которые разделяют все происходящее. Ты говорил о смерти, а Катя говорила о жизни. Мне кажется, вот всю эту дискуссию можно вот в этих но другое дело, что как бы вот очень интересно для меня, потому что и все, практически все тексты, которые вы читали в Чужине, даже может быть то, что читал Гарри, очень вот. И ваши собственные по сути тексты. На самом деле они, конечно, все о смерти. Где я заканчиваю? Я сейчас я вот так же как бы провоцирую. Стихи – это объективно сильная речь. А она имеет отношение к сегодняшней теме? Я сказал, я думаю, что имеет. Я думаю, что, опять же, не нужно менять ощущение, не задать такой вопрос, а продолжая это же как бы методи, что, конечно, вся моя настаивание именно на слабости, оно было довольно обусловлено, довольно обусловлено, конечно же, то, что я описывал одновременно, является силой, потому что я говорю про то, что, например, что поэзия распрямляет некоторую пружину, пружину этого боления отложенного конца. Это, безусловно, как бы вещь для затраты, которого нужна сила, слава, для производства которой нужна затрата силы. Я думаю, что, конечно, поэзия что-то со временем, когда я делал другую работу, это
нас, наверное, есть время на один какой-нибудь последний вопрос, если он у кого-то еще есть или остался, а потом дальнейшие дискуссии мы можем плавно перевести в отсутствующие здесь. Кто задал эту рамку дискуссии? Что? Кто задал эту тему? А может, вы скажете про нее? Думаю, что уже я не буду высказываться, но кроме то есть того, что я могу отчасти ответить на монолог, вопрос Дмитрия Кузьмина, что ну, то есть здесь ситуация игры, да, и вот той масочности, о которой потом сказал Игорь, она действительно есть вообще во всем этом цикле. То есть это как бы не совсем дискуссия вот на каком-то там действительном уровне, это такая игра, в которую я предлагаю сыграть участникам и отчасти зрителям. Поэтому, ну, то есть, предлагаю относиться... Ну что ж, если это был тот самый последний вопрос, то, наверное,